Подготовка к пожароопасному периоду в самом разгаре. В зоне риска 11 населенных пунктов и 24 СНТ, многие из которых не имеют собственных ресурсов для борьбы с огнем. Кроме того, под угрозой и лесной фонд, который занимает половину земель округа. Патрулировать и вовремя очищать леса, создавать минерализованные полосы и обеспечивать безопасность всех СНТ – главные задачи сегодня. Когда нам нужно подключать туда будет наши силы или дополнительных подрядчиков привлекать на ту же опашку, на, может быть, вместе с коллегами, с лесниками, почистить лес от валежника и сухостоя, примыкающих к населенному пункту. В этом сезоне более 300 спасателей и 63 единицы техники приведены в полную готовность для борьбы с огнем. А вовремя заметить возгорание и определить его координаты – задача уже видеокамер. Округ под надзором 3, дальность каждой 20 километров. Если будет такой запрос или предложение к нам установить дополнительные видеокамеры, и это будет хорошим подспорьем и инструментом для того, чтобы осуществить реагирование, мы готовы это сделать в очень короткие сроки. На случай крупного пожара в округе готовы развернуть 17 пунктов временного размещения на базе школ. В приоритете сейчас сделать необходимые запасы. Мне нужно держать запас на всякий случай. И мы себе можем это позволить. И найдем бюджете эти средства. Это точно. Пусть уж будет запас. Он никуда не денется, не пропадет. Мы будем во всеоружие готовы, если вдруг произойдет какой-то ЧС. Несмотря на то, что пожарные полностью готовы к работе любой сложности, все зависит от бдительности и осторожности самих граждан. Ведь даже малейшая искра может спровоцировать разгул огненной стихии. Олеся Лукина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».